Краевая госинспекция провела итоговую проверку строительства лабораторного блока по исследованию болезни животных. Об этом сообщается на сайте ведомства. Помимо лаборатории построен контрольно-пропускной пункт, жижесборники, тепловая камера, противопожарные резервуары, запас воды. Виварий позволит содержать в комфортных условиях необходимое для работы специалистов количество мышей, кроликов, морских свинок и других животных. Также на объекте предусмотрена ветсанэкспертиза для тестирования продуктов. Отметим, что строительство лаборатории началось в апреле 2018 года. Стоимость составила, по данным на 2019 год, почти 500 000 000 рублей. Ранее две прокуратуры проводили проверки по факту строительства лаборатории. Экс-депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Волков и экс-министр здравоохранения края Борис Сармолотов раскритиковали тогда строительство лаборатории в районе перинатального центра. Уполномоченный по правам ребенка в Забайкале Иван Катанаев заявлял, что целесообразно было бы оставить данное место для других целей, не связанных с риском для здоровья граждан.